Всем огромный привет! Сегодня на ужин готовлю очень вкусное и сытное блюдо. В моей семье называют это блюдо «жаркое бомбочки». Готовится оно просто и быстро, и подать можно не только к обеду или к ужину, но и к праздничному столу. Мясо нарезаем на небольшие кусочки. У меня сегодня свинина. Отправляем в глубокую емкость. Кубиками нарезаем картофель. Далее нарезаем грибы. У меня замороженные шампиньоны. Репчатый лук я нарезаю мелко. Морковь можно мелко нарезать, а можно натереть на крупной терке. Сыр также натираем на крупной терке. Мне осталось только мелко нарезать зелень. У меня петрушка и укроп. Все хорошо подсаливаем. Перчим. Добавляем сметану. И перемешиваем. Устилаем два слоя фольги крест-накрест. В центр выкладываем мясо с овощами. И аккуратно заворачиваем фольгу. Ставим бомбочки на противень и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5 часа. Такое вкусное и сытное блюдо можно подать не только к обеду или к ужину, но и на праздничный стол. Ну что, вот такой у меня сегодня был рецепт. Пробуйте, готовьте, а я буду желать вам приятного аппетита. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые быстрые рецепты. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и всем пока-пока!